Честное слово, это похвально. Не прошло и двух дней после нашей публикации о том, что тротуар на мосту через Казуху разбит в хлам, и инвалидам на колясках попросту не проехать, чтобы добраться до центра города. И вот смотрите, управление городского хозяйства отремонтировало этот тротуар быстро, оперативно. И, ну, чувствуется надежно. Молодцы, больше нечего сказать.